на Лайфе появилась статья 15 марта. В Зеленограде две припаркованные легковушки провалились в яму с кипятком. Есть видео, потом дам ссылку. Во дворе многоэтажного жилого дома в Зеленограде провалились в яму сразу два припаркованных автомобиля. Уточняется, что дыра в асфальте образовалась на месте прорыва трубы с горячей водой. По данным Лайфа, инцидент произошел утром 15 марта. Как видно на кадрах, с места происшествия кроссовер упал в яму одним колесом, а вот универсал «Шкода» почти завалился на бок. На данный момент работают на месте службы, это службы коммунальных услуг, и заявили, что пострадавших нету. Дам ссылочку. Так что, господа, смотрите, где вы паркуете ваши машины, чтобы не получилось такого же, как в Зеленограде.